Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Сегодня мы будем настраивать хостинг, чтобы у нас правильно установился движок WordPress. И в дальнейшем, чтобы потом не было у нас никаких проблем. Для этого заходим во вкладку «Домены» и «Поддомены». Здесь вы видите, у меня стоит мой домен Валентина Синема, который я только что зарегистрировала. И вот второй технический тестовый домен, который нужно сейчас удалить, чтобы он нас впоследствии не запутал. Итак, нажимаем на корзину и на вышедшей табличке жмем на ОК. Теперь заходим во вкладку «Сайты». И тут тоже удаляем технический сайт, так как сюда мы будем вносить свой сайт, тот, который мы с вами будем делать. Далее заходим в «Файловый менеджер» и удаляем папку HTML. Для этого вот тут вверху нажимаем на слово «файл», выбираем из списка «удалить» и нажимаем. Вверху подтверждаем удаление. Папку «History» оставляем. Теперь нажимаем на вкладку «База данных» MyQXK. Обычно тут ничего нет, и у вас тоже ничего не должно, по идее, быть. Но если тут что-то у кого-то есть, то тоже все нужно удалить. Теперь пройдитесь еще раз по всем вкладкам. Вкладка «Домены» и «Поддомены» – только ваш один домен должен остаться. Во вкладке «Сайты» – «Пустота» и «Чистота». И во вкладке «Файловый менеджер» – папка с «History» или вообще пусто. И во вкладке «База данных» – «MyQXK» – тоже пустота. Все, настройки все установили. Теперь вы готовы к установке движка WordPress. И для этого переходим к следующему уроку в плейлисте «Сайт с нуля» на канале Валентина Синема 2. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы не подписаны, чтобы не потеряться. И не забудьте, конечно же, поставить лайк.